каждой игре важна поддержка болельщиков. Мы для них играем, мы стараемся делать все для зрителей, стараемся их радовать, так что всех ждем. И да, ваша поддержка нам нужна. Ну, сейчас после дня выходного немножко, ребята, как втягивающая тренировка была. То, что касается специальной подготовки, наверное, даже сегодня было видео. Показываю им систему, да, команды Акбарс, как она играет, как действовать против нее. Ну, завтра, наверное, на тренировке, да, еще эти элементы, да, на льду, да, будем делать. Посмотрим этот вариант, да, как сыграть против соперника. Присутствует волнение такое приятное, потому что весь сезон работаем, ждем этого. Так что волнение, конечно, есть, отрицать не буду, но приятное волнение. А так, да, ждем первых игр.